Дагестанский военнослужащий спас троих сослуживцев из-под обстрела в ходе специальной военной операции. Колонна, в составе которой двигался Саид Магомедов, попала под минометный обстрел противника. Загорелась одна из машин, и молодой человек, не раздумывая, бросился на помощь своим боевым товарищам. Теперь за совершенный подвиг уроженец Каякенского района Саид Магомедов представлен к ордену Жукова. Наш корреспондент Мухаммад Омаров встретился с родными героя и поговорил с самим отважным молодым человеком. Вот бабушка тоже рядом. Как ты, мой внучок? Вот так родные подбадривают Саида, желают успехов и скорейшего возвращения. Он участвует в спецоперации с первых дней. Несмотря на юный возраст, Саиду сейчас 21, у него большой боевой опыт и немало заслуг. Еще в школьные годы юноша твердо решил, будет военным. В 8 классе, что ли, он говорил, что я хочу быть военным. Заключил контракт в Волгоградской области, город Камышине, тоже десантный полк. И там тоже прослужил около года, перевелся в Ставрополь. Саид Магомедов – водитель-электрик. Его задача на спецоперации – обеспечение подразделений боеприпасами. Во время одного из рейсов колонна, в составе которой двигался Саид Магомедов, попала под минометный обстрел противника. Одна из машин получила повреждения и загорелась. Дагестанец не растерялся и быстро эвакуировал из подбитого автомобиля трех военнослужащих. Оказал им первую помощь и вывез в безопасное место. Задача была около 500 ополченцев, которые прикомандировали их подвести на задачу, на точку. И получается, мы их туда везли, и получается, в другую сторону уже собирались обратно ехать и выстроили колонну. И тогда полетело, квадрокоптеры полетели, короче, беспилотники. И где-то в 500 метрах были первые прилеты артиллерии. Саид не оставил в беде и доставленных ополченцев. Вместе со служивцами он вернулся к точке высадки военнослужащих. Грамотно используя рельеф местности, они вывезли солдат из-под обстрела. За проявленное мужество дагестанца представили к ордену Жукова. Долгое время Саид не сообщал близким о своем подвиге. Они узнали все подробности из выпуска новостей. Да, я горжусь. И со школьных времен, детских времен тоже находил в нестандартных таких ситуациях решение. Саид Магомедов родом из села Первомайское Каякенского района. В селе все знают о подвиге односельчанина и гордятся им. Учителя рассказывают, Саид всегда отличался мужеством и лидерскими качествами. Очень хорошо относился к сверстникам, помогал и поддерживал младших и слабых. Он рос смелым и прилежным, спокойным парнем. И я горжусь тем, что я приняла участие в его воспитании. Он становился несколько раз победителем первенства Дагестана среди школьников. Потом чемпионат Дагестана становился по троеборью. Не забывают и о поддержке семьи военнослужащего. По инициативе главы села родителям Саида вручили сертификат на предоставление земельного участка в Первомайском. Спасибо за воспитание такого нашего героя, нашего брата Саида, которым гордится вся страна, вся республика, район. Несмотря на поддержку администрации и сельчан, самое главное для семьи скорейшее возвращение Саида домой. Мухаммад Омаров, Саид Кутиев, Паризат Курбанова, Юсуп Гадиамаров. Время новостей. Каякенский район.